железнодорожный мост, а за ним автомобильный, через Чусовую. Когда-то не было автомобильного, и мы ездили на пароме. Это было очень долгое приключение. Пока дождешься, когда придет паром. Ага. Пока погрузятся. Там, представляете, на паром грузиться как долго? Потом плывешь, потом выгрузка тоже, блин, полчаса. Ага. Брали плату с машины или с человека, не помнишь? С машины, да? Так долго ехал этот поезд. Мама даже сосчитала. 59 вагонов и 2 паровоза. Ну, что-то мало бывает и по 80. Ну, может быть, то, что тут мост, и перевозят не так по много, да?